Бог благ, при том все время. Слава Богу. Это пастор Генри Мадава из Киева. Я хочу вам сказать, что Иисус Господь и Царь. Если Он Господь и Царь, то Его Слово истина. Это значит, Бог живой и в нашей жизни. И при том, этот Бог не только живой, Он всемогущий. Эл-Шадай, Господь Бог всемогущий. Означает, что нет ничего невозможного для Него. И когда мы изучаем историю Авраама, он как раз встретился с Богом, и Бог себя представил как Господа, Бога всемогущего. Давайте поизучаем, потому что этот Бог всемогущий нам нужен в жизни. У нас очень много вопросов, которые себя уже рекомендовали, как будто они всемогущие. Мы хотим, чтобы наши проблемы встретились с настоящим Господом, Богом всемогущим, Эл-Шадай. А наша вера поможет нам для решения. Давайте послушаем. Сегодняшняя проповедь называется «Господь Эл-Шадай, Бог всемогущий». Господь Эл-Шадай, Бог всемогущий. Для Бога понятие ограничения абсолютно отсутствует, то есть не существует. Вопрос, который касается, что у него не хватает силы или он чего-то не знает. Для Бога это отсутствует. Если бы вы заговорили со мной на китайском языке сейчас, у меня глаза будут стеклянные, не знаю, что вам ответить. Я буду пытаться умничать, но будет очевидно, что я не знаю, что я делаю. Почему? Я не знаю, я ограничен. Но Бог не ограничен. Скажите со мной, Бог не ограничен. Еще раз скажите, Бог не ограничен. Поэтому, когда вопрос возникает о том, что это слишком трудно, надо всегда задавать вопрос, это слишком трудно для кого? Если оно трудно для всех людей, не ищи помощь у людей, они ограничены. Найди помощь у того, который не ограничен. Это Господь Бог. Да, у дьявола он ограничен. Смотрите, когда сатана пришел к Иисусу, после того, как Иисус крестился в Иордане, помните, какие слова сказал дьявол? Он сказал, поклонись, я дам тебе все эти царства и садись, что внутри. Почему? Потому что они мне переданы. То есть Адам через его грехопадение передал. То есть, получается, где-то в какой-то степени дьявол, имея доступ, поскольку здесь на земле у него есть определенные доступы после того грехопадения, он бывает своим людям, своим, как их называют, своим служителям. Он бывает им какое-то, дает маленькое какое-то, это не называем благословение, я даже не могу придумать слово, потому что он нам чужой. Он какую-то подачу дает тебе. А почему он может дать подачу? А потому что земля, написано, этот мир, да, находится во зле. И дьявол знает все, что здесь. Поэтому некоторым стратегичным его людям он может им дать. Но, заметите, это конец разрушения. Кто-нибудь меня слышит? Но когда Бог находит человека на земле, с кем сотрудничать, то это влияние дьявола, потому что оно дано было в оригинале человеку. Влияние дьявола там, где Бог через человека, его влияние разрушается, останавливается, уничтожается. А такие человеки – это ты и я. Скажи да, аминь. Вот поэтому для Бога понятия ограничений нет. Написано в Бытие 17 глава 1 стих. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Это там мы встречаем это слово «Эл-Шадай» – «Бог всемогущий». Так перевели в синодальном переводе. Вот, вообще-то можно говорить о том, что Эл-Шадай означает
Господь, который все может. Но это еще не исчерпает и все. Это также можно переводить. Господь, который исполнит свою волю и уберет всяких сопротивления, препятствий и барьеры, чтобы его планы были исполнены. Кто-нибудь скажет аминь? Вот получается, что для Бога, если он решил, он задумал, оно сделается. Почему? А потому что он решил. Если Бог решил, что будет? Если Бог решил благословить тебя, что будет? Если Бог решил исцелять тебя, что будет? Если Бог решил повышать тебя, что будет? Вот поэтому Библия говорит, если он поднимает, никто не может опускать. А если он опускает, то никто не может поднять. Поэтому заметьте, Господь Бог, он Эл-Шадай. Библия говорит, Бытие, 18 глава, 13-14 стих. Интересная история. Вот когда Бог пришел и сказал, я Господь Бог Эл-Шадай, Аврааму было 99 лет, а Саре было 90. И они еще ждали ребенка. Вы понимаете? Они еще ждали его. И получается, Господь сказал Аврааму, в следующем году, в это время, у тебя будет сын. Ему 99, значит, в следующем году ему будет 100. Саре 89, в следующем году ей будет 90. Вот представьте себе вот эти бабушки нашим, которым за 70 лет, сказать одной из них, что вы будете родить через 9 месяцев. Они бы хохотали, поэтому я Сару понимаю. Вы понимаете? Поэтому я Сару понимаю. Ей 90, она посмеялась. И Бог говорит, а чего она смеялась? А она говорит, нет, я не смеялся. Это называется, не хочется себя, надо как-то сказать, не, я вообще не трогал. Вот. Лучше, когда с Богом имеет дело, скажи, да, я смеялся, прости меня, Господь. Он не отменяет свои планы вокруг тебя. Наоборот, тебя благословит за то, что ты признаешь. Ну вот, и Господь говорит Аврааму, от чего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? И у нас в Украине 40 лет уже плачут, что я не смогу рожать детей. Поговорите с Сарой. Вообще. Поэтому 40 лет это ребенок, который только закончил школу. Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Ситуация очень интересная. Первое. Тут есть большое сопротивление. Какое сопротивление? Сара и Авраам не молодые. Ему 99, ей 89. В следующем году ему будет 100, а ей 90. Это препятствие. Это барьер. Но опять же, барьер для кого? В глазах Бога это не барьер. Почему? Он Эл Шадай, он убирает все сопротивления, препятствия, помехи, чтобы исполнить свое обещание. Если Бог обещал, он исполнит, означая все сопротивления, помехи, барьеры, они отпадут. Заметьте, если в твоей жизни есть какие-то нужды, вопросы, которые Бог обещал решать, и ты видишь перед собой препятствия, сложности, какие-то барьеры, то я хочу, чтобы ты знал, что Бог готов убрать все помехи, все сопротивления, все барьеры только для того, чтобы Его обетование в твоей жизни было исполнено. Бог относится к его обетованиям очень даже серьезно. Он готов убрать препятствия только для того, чтобы эти обетования исполнились. Вот Библия говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава,
10 стих и 11. Вот это Бог всемогущий выражается таким образом в Новом Завете. Написано, Иисус говорит, вор приходит только для одного, у него целей других нет. Неважно, чем дьявол тебя удивил, радовал, не переживай, у него цели одна – украсть, убить и погубить. Ты можешь не заметить сразу, но какое-то определенное время оно даст о себе знать. Но Иисус говорит, я пришел, чтобы для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Скажи, для всех моих вопросов у Бога есть решение больше, чем надо. Еще раз скажи, больше, чем надо. Скажи, больше, чем достаточно. Вот имейте в виду, мы с таким Богом имеем дел. Заметите, через смерть и воскресение Господа Иисуса Христа Бог открыл нам двери и возможности к тому, чтобы мы имели жизнь с избытком, чтобы Господь Бог Эл-Шадай больше, чем достаточный, работал в нашей жизни. Заметите, Его сила, всемогущая сила работала через нас, для нас, вокруг нас, потому что мы теперь через Иисуса свои. Человеки, да, мы все заблудились в разные направления, настолько различные направления, и поражены по-разному, в разных степенях. И когда встречаешь человека, порой думаешь, жизнь тебя с тобой поработала. Знаете, есть люди, когда с ним говоришь, он прошел через такое, думаешь, ха-ха-ха, а я думал, что у меня проблема, оказывается, у меня отпуск постоянно. Потому что некоторые проблемы – это проблемы. Но заметьте, Господь Бог, на Нем все наши грехи, все наши беззакония, все наши сложности, Он на Него все положил, и в Нем мы все имеем и спасение, в Нем мы имеем и исцеление, и освобождение. У Него сила больше, чем достаточно, чтобы решать все наши вопросы. Многие вопросы побеждают нас не потому, что они сложные, а потому, что есть психологическое какое-то подтекст. Например, я люблю молиться за исцеление. Для меня это очень, как бы, норма. Но я попал в Зимбабве, попал на богослужение, и себя смело действовал, пока я не увидел свою маму в зале. Когда я увидел маму, все мое дерзновение куда-то начало убежать. Не потому что моя мама дьявол или сатана огромный, нет. Это психологическое мое восприятие начало меня ограничивать. Многие из вас есть проблемы в жизни, которые как будто тяжелые, не потому что она тяжелая, она легкая, легкая, просто психологический подтекст, оно постоянно давит. Я хочу вам сказать, что нету на этой земле ни заблуждения, ни потерянности, ни сложность, которые Бог сказал бы, я не могу это решать. Почему? Потому что Он больше, чем достаточно. Скажи, мой Бог, Он больше, чем достаточно. Еще раз скажи, мой Бог, Он больше, чем достаточно. Сейчас, когда мы скажем на этот раз, я хочу, чтобы ты представил самую громкую, большую проблему, которая у тебя в жизни. Хорошо? И сейчас говорите этой проблемы, что мой Бог больше, чем достаточно. Хорошо? Раз, два, три. Мой Бог больше, чем достаточно. Заметите, какие бы твои ни были потерянности в жизни, возможно, ты так потерялся, что ты сам себя не узнаешь уже.
Знаете, бывает такое, что ты так настолько идешь не туда, что через время думаешь, что я делаю? Неужели это я? Два. Сложности в жизни твоей. Такие возможности, что ты не знаешь, как выбраться из этого. Заметите, какие бы ни были сложности, барьеры в пути, какие бы ни были великаны на дороге, призови имя Господне, и Он тебя избавит. Библия говорит к Римлянам, 10 глава, с 11 стиха по 14. Написано так. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Есть верующие здесь? Улыбайтесь, вы не постыдитесь. Здесь нет различия между иудеем и еллином. Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? Чтобы правильно веровать, нужно, чтобы было проповедующий, и притом не любой проповедующий, а посланный. Когда Бог встречает тебя, ты в яме, ты на горе, ты тонешь или неважно где, призови, Он придет на твой уровень. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это тебя касается тоже. Поэтому, заметите, Бог может спасать тебя то ли от болезни, от наркотиков, от семейных ситуаций плохих, от финансовых сложностей, рабочих сложностей, бизнесовых сложностей, служения сложностей. Неважно, в чем, призови. Второе, написано, ибо Он богатый для всех. Потому что некоторые люди, у них представление о Боге такое, когда он имеет дело с пастором Генри, он открывает все свои возможности. Когда со мной, он чуть-чуть каплечек ко мне. Нет, он богатый для всех. Третье, доверяй ему. Просто тупо доверяй Господу. Пастор, я хочу доверять Богу, да. Но у меня одна проблема. Какая? А если вдруг он мне не поможет, что будет? Вот это вдруг. Вдруг. А почему надо вдруг? Тупо доверяй Господу. Он двигается через проповеди. Каждый раз, когда вы слушали проповеди, помните, Бог в прямом, все, что Он делает, связано с тем, что мы слышим в проповеди. Вы сейчас слушали проповедь о том, что Господь Бог всемогущий, что Бог хочет делать, то, что невозможно. Заметьте, Бог, Он работает с проповедующими, которые посланы от Него. Моисей пришел, он работал с Моисеем, посланным от Него. Надо научиться верить людям, которых Бог посылает, потому что Бог сделает через их проповеди. Проповедь – это важное дело для Бога. Заметите, нету ничего, что слишком сложное для Бога. Я не буду читать местописание следующее, но есть история, связанная со вдовою, которой умер ее сын. И сын, когда умер, город Наин, Иисус пришел туда, и когда увидел эту женщину, Иисус увидел женщину. И сегодня Иисус увидел тебя со всеми твоими багажами. Второе. Жалился над нею. Иисус смотрит на тебя сегодня, и Он сострадает тебе. Третье. Иисус прикоснулся к орду и сказал, юноша, встань! И сегодня Господь Иисус хочет прикасаться к тебе и менять твою жизнь. Библия говорит о том, что
обетование Божье. Скажите со мной, обетование Божье. Скажи, они сильные. Скажи, через них я могу стать причастником Божьего естества. В Библии есть Божье обетование. Читай их, верь в них, говори их, молись ими, провозглашай на себя. И этим ты прикасаешься к Богу, к Его силе. И через время ты увидишь перемены в твоей жизни. Потому что Он Господь Бог всемогущий, который желает помочь каждому из нас. Спасибо тебе, Господь. Мы все, каждый в свою дорогу, но ты возложил на него все наши беззакония, все наши грехи. И в тебе мы имеем жизнь. Слава Богу! Проповедовать о Боге всемогущем – это так здорово и хорошо, потому что Он всегда любит доказывать себя и показать себя. Что мне нравится о Боге? Когда ты о Нем говоришь или ты хвастаешься Господом, Богом, Он обязательно покажет себя, как в Библии написано, что Он сказал: «Я приду и скажу, вот я». Вот я хочу вам показать пару свидетельств. Это люди, которые, когда услышали о Боге живом, Он пришел и сказал: «Вот я», и сотворил чудо с каждым из них. Помните, ты можешь сегодня получить свое чудо тоже, как только ты поверишь. И в конце этой передачи я буду молиться с тобою, и не пропусти свое чудо. Давайте послушаем эти свидетельства. Пастор Генри Мадава, старший пастор церквей Победа, президент служения «Христос для всех городов». Дело жизни пастора Генри – помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служение «Христос для всех городов» ежегодно проводит фестивали Иисуса по всему миру, евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. В июле 2 месяца назад был перелом левой стопы, и даже после снятия гипса боль была. Во время молитвы полностью прошла. У вас была боль сюда, в левой стопе? Да, была боль. Я еле сюда дошла. Пришла ради детей, но я покаялась. Вот, была на 3 ваших службах, и мы были на детской службе. И вот я сидела в зале и тоже вместе с вами молилась. И боль начала уходить, холодок пошел по ноге, и боль просто ушла. Я не знала, как я вернусь домой, потому что сильно ныла нога. То есть, оказывается, боль понимает и уходит? Да. Вы это знали раньше, что такое может быть? Да, я верила в это. Вы верили? Да. Слава Богу за ваших детей, за которые вы пришли. Господь, благословляй ее. Спасибо. Он жил и на протяжении 2 лет болел тазобедренный сустав. Подойдите во время сюда, молитвы пожалуйста. Была резкая боль, и все ушло. У вас болел тазобедренный сустав весь? 1 и 2, да. Да, и сейчас нету боли. Прошла такая сильная боль, только что сильная, сильная, как Господь коснулся. И боль ушла. Если вы так нагинаетесь, нету этой боли. Нет, да, Господь, спасибо тебе за это. Самое большое чудо – это не эти исцеления. Хотя, слава Богу за них, я всегда в восторге. Но заметьте, самое большое чудо – это спасение души. Если ты спасен, ты Божье дитё, ты рожден свыше – это самое большое чудо, потому что это останется с тобою всегда. Это первое. Но вторая причина – чудо рождения свыше открывает тебе дверь ко всем остальным чудесам. Поэтому важно быть рожденным свыше.
стать Божьим детем. Если ты еще не покаялся, ты хочешь покаяться, примириться с Богом, стать Божьим детем, я хочу помолиться с тобой. От всего сердца скажи со мной такие слова. Скажи: Отец Небесный, прости меня все мои грехи, дай мне новую жизнь. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, если ты помолился эту молитву искренно, то Господь Иисус теперь живет в твоем сердце. И главное, рождение свыше открывает дверь для всех остальных чудес, которые у Бога есть для нас. И поэтому прямо сейчас я хочу помолиться за тебя, потому что теперь дверь открыта для чудес в твоей жизни, тем, что ты покаялся или ты уже верующий. Возложи свою руку там, где болит в теле, или же на сердце, и проси у Бога чуда в любом направлении, где тебе надо. Озвучь перед Богом: Господь, исцели меня. Библия говорит: просите, и дано будет вам. Поэтому проси у Него, Он ответит и сделает чудо для тебя. Во имя Иисуса я запрещаю всякую болезнь. Именем Иисуса дьявол, приказываю тебе, уйди из жизни людей во имя Иисуса. И я приказываю всякой болезни, даже те, которые давно в теле, с этого дня уйти полностью. Всякой болезни угрожающей я приказываю уйти. Не будет смерть, а будет жизнь. Боже, я благодарю тебя за твою чудодейственную силу во имя Иисуса. Аминь. Где бы ты ни был, делай то, что ты раньше не мог делать, и все время благодари Господа. Помни, Он живой, Он Эл-Шадай, Он всемогущий. Если вы будете в Киеве когда-нибудь, и мы вас ждем, добро пожаловать в Церкви Победа. Если Бог сделал чудо для вас, напишите, сообщите, чтобы мы благодарили Богу вместе с вами. Напишите письма. Мы рады будем молиться за вас всегда. Бог вас любит, и мы тоже.